Так, всем привет! Смотрите, получается, мы скачали через приложение вот маме кабинет, и у нас получается здесь лежат 1500 рублей. Вот нам нужно теперь что-нибудь купить. Сейчас будем смотреть. Газпром 0,34%, Сбербанк минус ушел. Вот какой-то Норникель. Лукойл. Ну, вот здесь вот смотрите, 6412, это вот одна акция стоит. То есть много всяких разных можно смотреть. Ну, смотрите, Газпром, если мы сейчас нажмем, вот, он нам пишет, что вот сейчас стоит 128,60. Для того, чтобы нам купить, мы вот нажимаем, например, купить. Получить электронную подпись. Она нужна для оставления заявки. Покупается за минуту, действует год. Нажимаем получение. Получить. Создается электронная подпись. Так, сейчас мы. Создают. Все готово, электронная подпись получена. Теперь покупка. Получается, вот мы покупаем 10 акций, их можно только 10 купить. Вот, отлично. Мы нажимаем в добрый час купить. Все, покупка акций Газпром. Вот, на более 3,86 фондовый рынок получения. Подтвердить. Все, вы купили 10 акций за 1285,90. Вот история. Мы пополнили брокерский счет на 1500. Комиссия брокера за сделку 3,86 и покупка 1286. У нас нам нужно было на 1000 купить, мы купили. Таким вот образом, смотрите, здесь идет главный, да? На главный вот у нас написано баланс портфеля 1498. Вот портфель. Вот какие у нас акции здесь сразу высвечиваются. Рынки. Да, вот Газпром. Где плюс, где минус. В общем, все вот здесь есть. Поддержка. Еще что-то. Ну, в общем, вот таким вот образом мы купили. Так что мамочке придет. Мы эти деньги не будем трогать. До конца августа. И, значит, 15 сентября ей придет 2000 рублей в подарок за то, что она открыла брокерский счет и начала пользоваться вот брокерским счетом. Ну все, всем чудесного дня, до связи!